Всем привет! Сегодня мы поговорим о звукотерапии, а именно о звукотерапии при помощи варгана. И с нами сегодня мой друг Андрей, специалист по звукотерапии. Ну что, Андрей, расскажешь о своих опытах? Ну, давайте начнем с того, что звук, он действительно целебный. И сегодня мы именно поговорим о целебных свойствах звука, извлекаемых из варгана. Почему? Варган, да потому что он является струной, а все тело резонатором. А когда наше тело резонирует, то, естественно, на уровне клеток идет тотальное исцеление любых болезней. Если, конечно, в это верить. Все понимают, что есть 7 нот. И все понимают, что каждая нота, в принципе, отвечает за определенные внутренние органы. Начнем с ноты до. Андрей, вот я так понимаю, ты разработал свою методику звукотерапии с варганом. С чего мы начнем? Ну, вкратце объясню. Мы постараемся сейчас с Эльдаром вам рассказать, как сделать проще каждому, кто даже не очень хорошо разбирается в музыке. Вот для начинающих самый лучший способ – это делать каждый удар на каждом вдохе. Мы делаем 5 вдохов, 5 выдохов. Если вам это будет сложно делать, делайте 3 вдоха, 3 выдоха. Для чего мы это делаем? 5 маленьких, да, получается, выдох? Да, они будут, не очень глубокие. Для чего мы это делаем? Мы должны наполнить, скажем так, наш сосуд, наше тело воздухом, чтобы этот воздух резонировал внутри тела, тем самым эффект будет усиливаться. Чтобы резонировал он сильней, мы должны сжать некоторые мышцы внизу живота и таза. Точнее, они называются лобко-копчиковые мышцы. О них мы говорили в другом видео в описании. Значит, мы сжимаем мышцу, делаем вдох. Раз, два, три, четыре, пять. Потом мы мышцу расслабляем и делаем выдох. Ильдар, я думаю, что некоторым людям медитировать удобно не в монотонном тоне, а, например, скажем так, со сбитой техникой. Попробуем немножко другой ритм. Да, давай.